И как бы натягиваем кожу подбородка вниз, вниз. Таким образом прорабатываем тоже 5-10 раз. Прям плоской стороной натягиваем скребочек кожи. Прорабатываем. Проходим 5-10 раз. Далее выемкой скребка гуаша на 90 градусов, именно ручку держим на 90 градусов, другой рукой придерживаем кожу лица и прорабатываем. Легким нажимом как бы разглаживаем вот эти, расслабляем мышцы носогубки. 5-10 раз. Раз, два, средним нажимом, сильно не давим. Три, четыре, пять. С другой стороны то же самое. Ложим наш скребочек гуаша перпендикулярно носогубным складочкам и проводим 5-10 раз, другой рукой придерживая лицо. Раз, два, три.